Итак, ребята, всем привет. Мы продолжаем прохождение Spellforce. Я очень надеюсь, что мы его закончим. Я построил уже максимально полную армию. Вот у меня тут, соответственно, немножко все обустроилось. Ну, некоторые здания возвел. Вот, рабочие начали все добывать. И я очень сильно переживал, что если я буду добывать Лэнию, то эти ребята будут нас доставать, но им абсолютно посрать с высокой колокольни вообще на все, что здесь происходит. Вот, у меня полностью укомплектована армия. Я решил попробовать сделать ставку на ледяных горгулей, чтобы они всех замораживали и остальные просто пидорили их. Тут скорее идет ставка на некромантов, которые будут всех призывать, и на тех, кто будет сзади атаковать, типа колдуньи там, и вот горгули, которые будут замораживать. Ближний бой, он очень маленький, но он очень сильный по типу драконов и наших героев, и там нескольких всадников. Ладно, давайте попробуем. Для начала разберемся с этой кучкой. База находится у них где-то вот здесь. Я там что-то просто летал немножко драконом и как бы поразведывал капельку. Так что примерно есть понимание, что где находится. Блин, нам сразу минус уже делают. ...76 нас уже. Так, ладно. Это будет мощно, мы обосремся, скорее всего, но попробовать стоит. У меня есть сохранение, где у меня полная армия. Так, за Сурианом тоже надо следить. Или не базу у них, а только башни. Но я башни видел, я тут как бы особо далеко не летал. Мне логично было предположить, что база там. У нас всего 30 осталось. Так, 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 так. Отступай, отступай. Хапом, короче, не взять, как выяснилось. Плюс шандалом мне сейчас нагнут, походу, еще. Да, вышло не очень хорошим. Шандал минус у нас упал. И больше он не появляется. Сука, ну вот тут прям каплю осталось дойти, но... Блин, да что же нам делать-то? Тут прям очень сложно их всех победить. А ресурсов не так, чтобы много, чтобы... хватило на полную абсолютную победу над ними. Ладно, сейчас мы снесем еще раз, но в лоб не пойдем. Ну там реально не пробиться. Они на нас просто всей своей огромной кучей массы налетают, и ничего с этим не поделаешь. Вот, опять кого-то сразу на скотке убивают. Двоих на этот раз убили. Сука. 56 было, сейчас 54. Попробуем как-нибудь по краешку пойти, по краешку. Ну, блин, они все равно все кучи на меня навалятся, и тут, не знаю, хоть что делай. Может, поменьше будет, посмотрим. Хотя да, как-то поскромнее. Полегче все-таки. Главное, чтобы все остальные не забегали далеко. А, нет, нет, сука, тупая баба. Твою мать. Кайна кто-нибудь поднимите. Весь некрон, походу, заглючил как-то мощно. Хватит.
Давайте ломайте башню. Да, весь некрок, походу, заглючен. Блять, слава богу. А нет, смотрите, он что там делает. Шарандала пытается бить. Антара вообще решила такая, я не полезу, раз у меня. Все шугаются. Ты-то ее хотя бы оживи. А, отлично, блин. Это хорошее у нас наступление получилось с краешку. О, так походу мы их и базу видим. Ах вы, суки, ну вам пиздарики. Давайте их выебим просто на этой базе. А, изверга мы еще не добили. Тащите по нему всем, что у вас есть. Идеально просто получилось, можно сказать. Так, для начала все изверга атакуем. Так, собиратель душ, отлично. Просто закастовываемся всем, чем можно. Шарандал занялся почему-то другим. Ну ладно, дело твое, собственно. Отлично, с ним покончено. Так, это кто у нас тут остался? А, эти батюшки, паучок. Паукан. Надо за драконом еще посматривать. Распидорили, отлично, просто вообще манифик. Тут где-то сундук еще, я помню, должен быть. Шикардос, все-таки мы пробились окольными путями. В лоб было атаковать бесполезно, да, потому что там со всех щелей на нас сразу начинали лезть. Проблема еще в следующем. Я, короче, мне чисто было интересно, что вот здесь, ну, когда вот сюда доходишь, до этой точки, я туда драконом долетал. Вот, и там вообще стоит Найтария, но что дальше происходит, непонятно. Я, короче, туда залетел драконом, начался какой-то, ну, видеоролик, а во время ролика дракона убили, и, короче, как бы ролик мне до конца не показали. Вот, так что, что-то там происходит, но я не знаю что. Ну, вообще тут как бы, ух ты. Очень много вокруг Найтарии крутится и того, что она что-то там мутит. 30 уровень, наверное, лук, да? Ага. Понятно, это только если я достаточно хуею, чтобы его носить. Так, можем, конечно, здесь через бок попытаться пройти, но даже не знаю. Давайте-ка мы лучше воссоединим наши армии. Их немножко потрепало, но все равно... Так, все, сейчас у нас 80 будет. О, господи, неужели эти больше не будут сюда войска свои присылать и вставать такой точкой дурацкой? Просто прелестно. Вот этого добить... А, так у них тут, скорее всего, и не осталось ничего. Ну, блин, идти на них в лоб вот на всю эту кучу. Крайне сомнительное мероприятие, по-хорошему. Так, идите сюда. Так, Шарандал полностью живой, у него только маны немножко нету. Все, вообще прикол, еще у меня арханит один. Все, больше никого, не забыли? Отлично. Сколько у меня серебра осталось? Ох, как мало, зато камня жопа ежу просто. Ну и Ленни у меня 1200 на счете, здесь еще косарь. Ну, это прям в притирку вот нам чисто вот, очень надеяться только, что у нас в плане тактики все сложится. Еще раз сохранюсь. Много не мало. А то я знаю, вот у меня вот до этого мы сейчас сохранились, у меня их было 42. Я бы потом, не знаю, проиграл бы, и мне пришлось бы это снова начинать воевать. Я бы забыл, что они не выделены и так далее. Поэтому лучше всю прелюдию сделать сначала, а потом все остальное.
Так, я от тебя избавлюсь, Тутунка. Всю армию на тебя натреблю. Так, пошла возня. Постоянно куда-то на передовую пытается вылезти. Башню ломаете. Вот так мы ловко телепортом воспользовались. Так, Шарандал, с ним разберись. Вы тоже с него. Потому что эта штука вообще крайне мерзкая. С ним очень тяжело драться. Вы что, ничего не попутали? Поле боя в другой стороне, Алёшки. О, мы до конца почти дошли, вон на Итаре уже, видать. Да ладно, кто бы мог подумать. Мы дошли до конца. На Итария, иди сюда. Чё ты там затевала? Вот, да, во время этого ролика меня убили. Или на Итария в плену. Что за херня, я ничего не понимаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, мистер Тень, выйдите. Так, Сурен тоже из боя выходит. Не хокнули мне его в последний момент. Шарандал уже дожил до конца, вообще просто крутейший. Вот, Кача снов бы попасть. О. Блин, ну серьезно, никто подойти не может. Вот это дверь куда-то. Я сделаю отдельное сохранение, чтобы потом эту битву не переигрывать. Мало ли тут нужно будет выбрать, войти в нее или не выйти. Что-нибудь такое, кто знает. Почти попал, но... Что тут? Вау. Она не до конца умерла. Осталась стоять моделька. Empress. Императрица. И встал такой. We're too late. Мы опоздали. No. Нет, нет, я могу ее оживить. Возьми мою кровь, императрица. Нет, не смей. Ее кровь — это ключ, невежественный идиот. Моя императрица, я подвел вас, не смог их остановить. А теперь...
Цепи сломаны, и его темница открыта. Зазут вернулся. Зазут has returned. And the prophecy comes true. It has begun. Типа пророчество свершилось, как предначертано. Zazgut is free. Zazgut свободен. И все? Это конец? Серьезно? А что стало дальше, нам не расскажут? Подождите. Нет, серьезно, один игрок, компания, схватка. Судя по всему, нет. Это конец. Блин. Первый Spellforce страдал тоже такими же короткими, быстрыми и неоднозначными концовками. Но, наверное, как бы то ни было, я благодарю всех за просмотр. Всем спасибо, увидимся в следующем прохождении дополнения для Spellforce 2. У нас последнее осталось. Я думаю, что мы очень скоро его начнем. Так что всем до встречи и пока.